завтра может произойти все что угодно, и ты не знаешь, что будет. Здесь уже такой какой-то поток, не знаю, воздуха, той же волны там. Ты идешь по ней, идешь, и просто принимаешь уже так, как тебе жизнь, там, судьба предоставляет уже, и ты с этим сдаешься. Или наоборот, преодолеваешь эти трудности. Поэтому я живу сегодняшним днем и благодарю Богу, что, в принципе, у меня пока все хорошо, как бы. Я пока не сдаюсь и иду вперед. Родилась я в Москве. Юность моя такая прошла боевая, так скажу, наверное. Занималась дзюдо, карате, тэквондо. Потому что в компании больше ребят было всегда. Ребята, девчонок обижали. Это меня больше сподвигало как-то саму себя защищать там. Греблю попала вообще совершенно случайно. Даже не знала, что есть такой вид. Бежала на завтрак, когда перемена 5 минут, и хочется быстрее-быстрее успеть что-то перекусить, и успеть надо на урок. Пришла тренер, набирала детишек, и в том числе вот попалась я. Рассказывали про Максима Ополева, нашего олимпийского чемпиона. Когда я пришла, он был для меня, конечно, эталоном. Я очень восхищалась, что человек в своем юном возрасте многого добился. Взять любого нашего какого-то именитого спортсмена – просто это настолько все тяжело дается, и все вот эти часовые тренировки месяцами на сборах. То есть дома практически вообще не бываем. Ты себя везде всегда преодолеваешь. Но тем не менее, ты знаешь, что ты можешь, и как-то меня двигает мечта. Это олимпийский вид, что все-таки его включат в 2020 году. И хотелось бы очень выступить там и как-то, наверное, оставить какой-то след о себе. Делимся опытом, да, кто как готовится. Общаясь с девочкой, она сказала, что она включила в подготовку тяжелую атлетику. Мы с моим тренером, вот Ольгой Вячеславовной Мизоновой, подумали, что, в принципе, у нас есть возможность пообщаться с профессионалом этого дела. Ну, как бы мы занимаемся, конечно, штангой, но, может быть, надо как-то это более углубленно подойти, как-то более правильно, профессионально. Мы вышли на Диму Берестова. Ну, попросили у него совета, как-то рассказать технически, как правильно выполнять упражнения. Ты крутая спортсменка, да? Ну так. Там, ну, как, я как понял. Ну, в России, да. Да? Сильнейшая, да. Чемпионка России уже там много раз, да? Да, мира и Европы. Чемпионка Европы и я, говорит, лучше в России, я чемпионка мира. Ты кто лучше в мире? Призерка мира. Призерка мира? Трехкратно, да, я чемпионка. Ну, я, правда, я слышал где-то что-то говорится, но я многим говорил, что вот я когда разговаривал, мне какое-то интервью, что тяжелая атлетика, она уже помогла многим видам спорта, да? Вроде кажется, что когда с детьми мы работаем, что многие очень родители почему-то воспринимают, думают, что тяжелая атлетика так вредит всем здоровью. А я всем говорю всегда, что, блин, тяжелая атлетика, она наоборот, для любого вида спорта, это как основа, да? Ну, да. Если ты на короткие дистанции, да, да, то кроссфит тебе вообще не, ну, нужен, конечно, получается. Конечно. Потому что кроссфит это по тысячу раз, там подъемы. Да, и... да, да. Притом Маша, она и силит, она и там 45 раз подтягивает, там переворотов делает. А вот что-то не хватает. Я вот, то есть вот это 200 метров, вот бабах, и вот в том году ты одиночку проиграл. Там. Mm-hmm. Нет, можно попробовать без проблем. Здесь хуже не будет, я точно знаю. Если именно взрывная работа, да, то да, хуже именно, не будет. Именно. Мы как бы и упражнения покажем, какие нужно делать там. Но здесь нужно понимать, насколько ты готова этим заниматься, тяжелой атлетикой. Потому что, допустим, просто так тебе сказать набор упражнений, ты их не сможешь делать, да? Конечно. Либо надо какой-то период подготовки брать, прям непосредственно садиться, вот как мы на нашу базу МГФСО в Чехов, ты сел там на 2 недели, предположим, сколько тебе надо, там 3 раза в неделю, 2 раза в неделю, ты прям пашешь по планам тяжелой атлетики. Так многие, кстати, делали, и борцы к нам приезжали. Потому что просто так, как я понимаю, там куда-то приезжать 1 раз в неделю. Нет, у нас, у кого сильные ноги, тот и выигрывает. У кого сильная спина, тот и выигрывает, соответственно. Ну, бывает вот такое. Тем более на кону. Надо просто тогда понять программу, сколько там раз в неделю, 2-3 раза каждый в неделю. Каждый день.
Ну, если только ты не вырастешь, там, а лодка не сдвинешь с места. Да не, а что она, ее он ветром сдувает. Я с удовольствием помогу вам. Если все получится, то надеюсь, ты станешь. Еще раз, ты была уже чемпионкой мира? Мира нет. Ну, значит, чемпионкой мира станешь. Надеюсь, что на Олимпиаду поедешь, там всех порвешь. Так что будем работать, все будет хорошо. Мне нравится стричь, как бы я и работала парикмахером, но тем не менее я не оставляла греблю, все равно приходила в свои выходные, тренировалась. Ну, как-то больше заряда какого-то эмоционального, наверное, получала, чем с какой-то целью, там, я буду участвовать на каких-то соревнованиях, там, наверное, такого не было. Просто душевного какого-то равновесия там получала и все. Я помню, я приехала там с чемпионата Европы, когда я выиграла. И мне каждый тренер, там, каждый спортсмен подходил: «Маша, ты молодец, мы там тебя смотрели по телевизору, мы за тебя болели, мы очень тобой гордимся, как бы это очень дорого стоит и очень мотивирует и прям вдохновляет». Ты прожил какой-то промежуток. Где-то тебе родные помогают справляться, да, где-то ты сам. Тот же тренер тебе помогает. А когда тебя, ну, жизнь так застает врасплох, и что у тебя никого близкого. В 2013 году умерла мама. Ну, так случилось, что когда мне было 14-15 лет, брат тоже погиб. Настолько зависим там от своих родных, которые тебя всегда поддержат. Где-то за тебя порадуются, где-то будут переживать за тебя. Ну, не хватает как-то родного плеча, который тебя выслушает. Они с тобой рядом, в любом случае, духовно, и тебя поддерживают. И даже в знак веры о них идешь вперед, не сдаешься. В любом случае, конечно же, я хочу семью, родить детей, мальчика и девочку. Иметь какой-то загородный домик, там, посадить свой огородик, там, выращивать что-то. В спокойной, быть, тихой атмосфере. Проводила уже свою старость. Там. Ко мне приезжали мои дети, внуки, и мы все бы весело вместе проводили бы время в общении. Вот. Друзья тоже со мной, которые меня поддерживают, веселят и радуют. Не торопись, вот в таком темпе. Когда всегда будешь в залах, прямо с этого упражнения можешь все свои тренировки строить. Еще один подход сделаем. Ножками как будто помогаешь, да, разгоняй, вот, хорошо. Ну, видя по телевизору, это все настолько красиво смотрится даже, и как ты думаешь, все настолько это легко. Да, я посмотрела, как ребята даже в моей весовой категории поднимают там по 100 килограмм, я, конечно, была очень под большим впечатлением. Вот, пройдя, мне напрягалась бицепсы, мне напрягалась вся спина. Есть. А я не считаю, что там. Я забыл считать. Маша, иди считай. Он хочет тебя обыграть, сделать 71 раз. 7, 48, 49. Сколько? 60. Слабак! Женщине проиграл. Идешь дальше, идешь по какой-то вот этой волне, и ну, там уже как есть, уже по факту
Я себе говорю, что я смогу, я могу больше, чем другие, и это мне помогает. И поэтому я бы очень хотела пожелать нашим юным спортсменам, просто даже простым людям, идти верить, и оно все получится. Меня зовут Мария Казакова.